Игрок команды РГУ Луковников Арсений. Как тебе сегодняшняя игра? Игра плохо, проиграли. Что рассчитываете завтра, заключительная игра этого тура? Завтра будем стараться, хорошо сыграем, надеюсь, выйдем с настроем. Вечером сегодня все обговорим, все ошибки. Ну и в заключение, почему тебя сегодня удалили? Удалили, потому что сыграл плохо по отношению к сопернику. Слишком жестко пошел в отбор, показали две желтые карточки, потом, соответственно, красную. Как тебе организация турнира? Радует вернуться в Ансар? Радует. Никогда в жизни не было у меня такой организации. Я вот с 7 лет в футбол играю, никогда в жизни у меня не было такого. Все, удачи тебе.